Это получается окраина Каспийска. По всей видимости. Маленькая Франция, ребята. Вовчик, ты знаешь, где мы? Куда мы пришли? Да, но на самом деле нет. Смотрите, там какой замок построен. Вот за линией электропередач. Пойдем. Площадка города Каспийск. Сейчас мы поднимаемся на 100-й этаж. И все будет видно хорошо. 120-й этаж. Там вроде море или как? Или кажется? Нет, море там нет, море стоит. Вот эти вот гаражи напоминают Проходи, Вася, проходи. Держи руку, давай, ступай. Только потихонечку, потихонечку, понемножку. Давай, я тебе помогу. Держи, не бойся. Да ты что, это ж просто тарелка с порвом. Смотри. Туда, да? Да, да. Смотри, как они будут. Оп. Оп, оп, пришла. Давай, насыпай вот так немножко, как я делал. Вот смотри, как. Вот так берешь, вот так чуть-чуть трясешь, вот он усыпет. Давай, держи, Вася. Да, как гребень называется. Так, ну что, приезжаем в Дербент. Вот знак. Солнышко не видно. Ворота. Как она встречает? Такая промышленная улица, как промышленная, даже не знаю, торговая. Новостройка. Такие построек красивые. Ну это у нас местные камни здесь добывают. Здесь эти камни, они сейчас... Сейчас море увидите. Ты готовишься? Там-там-та-да-там-там-та-да-там. Так, город Дербент. Но мы начали не с древнего города, мы начали с посылу Дельмар. Да, то есть с променада. Вот он тут новенький. Ой, как у тебя впечатление пока? От променада, от города Дербента. Да. Ну, променад. Посыл Дельмар. Громко говори, камеру смотри. Выглядит хорошо. Выглядит хорошо. А где мы сейчас только что были? На обеде. На обеде. Наш гид пригласил нас в свой дом, чтобы мы там пообедали, посмотрели, как оно бывает аутентично. В общем, что тебе понравилось на обеде? Ну, еда. Долма понравилась? Нет. Урбеч понравился? Мед. Что еще? Сыр. Что там еще было? Там с маслом. С сыром, да? Так, ну что, мы выдвигаемся вот в сторону Каспийского моря. Это Каспийское хоть бы? Я ничего не перепутал? Ребят, вроде как по виду, вроде Каспийское. Посмотрим, там, кажется, пляж даже есть, кажется, с песком даже. Ну-ка, давай сначала сверху посмотрим, а потом, может, куда, что ли, пойдем, возьмем? Как, правильно? А? Да надо так купаться, море не будем трогать, что ли? А? Так, ну что, волны есть, да? Пальмы есть. Пальмы железные. Лежаки, наверное, вот здесь вот лежат. Пальмы железные. Мам, смотри, пальмы есть. Да. Можно я пойду на кухню? Иди сюда. Так. Смотри. Давай руку. Идем. Пальмы. Издевалки есть, крыши есть. Это вот новое, то, что сделали. Хорошо сделали. Мама, я там Вовчик,
куда поехать, но вот времени особо нет. Пойдем тебя искупаем, Вовик. А вот он хороший. Готов купаться? Готов. Чё? Как ты видишь? Так, крыши вот такие стационарные, видимо, лежаки здесь укладывают. Так, я вход смотрю какой-то каменный почему-то. Не знаю почему. Ой, сколько примерно ракушек мы видим? 160 миллионов. И еще один миллион. Да, все в ракушках, вот так вот прям. Все на все в ракушках, непонятно почему столько. Пляж пустынный, дети все в поисках ракушек. Ракушек много. Да? Ну, интересно. Линия прибоя. Что это у тебя такое? А откуда столько много? Черные ракушки едят куры. Они поправляются парочка ракушек. Ракушками? Да. Как-то неожиданно много ракушек. Ничего себе, ну возьми с собой такое. А? Это я ему. Что там? Там, смотри, 10 дней уже 50 тысяч. Эти деньги можно на себя расходовать. Так, есть обзорная площадка с таким вот подъемчиком. Так что сверху разглядим. Красота. Лопота. Лопота, да. Иван Васильевич говорил? Да. Пойдем. Да не, хорошо сделано, видно. Да, а летом цветы, там да. Все красиво. Вперед шагать. Петр Первый. Написано землянка Петра Первого почему-то. Здрасте. Сейчас произошло очень интересно. Мы зашли, вот там касса стоит, вот там кассир. Да. Вот землянка Петра Первого. Подошел кассир и говорит, ребят, не платите, не надо вам это. Почему? Потому что, говорит, с улицы хорошо видно. Место отдохновения императора Петра Великого. И немножко камней валяется. Вот смотрите, в гору видно, вот если прямо посмотрите, видно вам крепость начинается. Вот видите, там крепостная стена такая. До моря, да, идет? Да, одна стена до моря. Их две стены спускалось. Ага. Очень красиво. Сейчас мы чуть погуляем здесь. Угу. Это у нас новый Арбат. Ага. Красиво, да, тоже. Так, это такой новый Арбат. Здание рынка. Крытый рынок горсовета. Ну, вряд ли 5 века до нашей эры. Ребята! Так, а вот тут, значит, несколько ребят. Вот если в горку смотреть, да, вот эти стены. Как Алямбра, да? Или как она называется? Как в Малаге называлась? Альказаба. Альказаба, а в Гранаде Алямбра. Так, мы практически закончили с Арбатом. Вот мы его прошли. Ребята все еще заняты ракушками, сортировкой, выбраковкой. Мы дошли до парка народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского.
Посмотрим на него. И там впереди, вот видите, крепостная стена. Вот то, что в горе, на горе, то, что я показывал крепость, надо само море спускается. Видите, здесь маячок. А море, видимо, отступает, потому что на самом деле море далеко отсюда. Вот здесь вот был фонтан, буквально позавчера снесли. Вот видишь, блюдо ко мне осталось. Может, перестраиваться? Видимо, по новой буду сделать. Это уже третий раз. Так, ну вот она стена. Ну что, без огромных камней, надо сказать, состоит. Снизу-то большие камни. Вот он маяк. Да. Маячок. Ну, правда, море сейчас далеко от маяка. Видимо, это строили давненько. Сейчас просто даже я наверх поднялся, два здания перекрывают. Это. Да, не видно, да? Так, мы дальше не пойдем, отсюда посмотрим. Вот видишь, это ширина какая. Да. Ребят, видите, посмотрите, какая стена. Видите, толщиной? А тут, видимо, раскопки. А, нет, строят просто, да? Это парк. Парк. Строят огроменный фонтан. Самый большой в Европе здесь фонтан. Там здание какое-то тоже. Вот, с левой стороны. Да. Строят огромный фонтан. Хорошо. А стена, видите, из больших довольно блоков таких. Правда, видно, смешательствами уже современные были более такие. Кое-что написано. Да. Конструкция Азербайджанского государственного драматического театра. Да, вот это написано. Ага. Так, ну и кто? Ну и кто это? Да, я вижу там. А это-то кто? Это местный игрок. Что-то у него тут написано. Написано, что тут Агист Правда. Дагестанская правда, точно. Местные евреи, понятно. У них и кошка есть тоже. Так, а здесь смотрим на кинотеатре. Увековеченные слова всех искусств является кино. Старый город Магалы.